Все, девочки, отставить. Ой, ладно, не надо. Девчонки, также, вы жены военного. Мало ли что он принес счастье, спер, ну, в смысле, взял, дали. Поэтому это может быть разное. Это может быть сухпаёк, да, сколько он там, 2,5, 2,300, по-моему, весит. Это может быть что-то поувесистее. И чтобы вы смогли принять и использовать это дома, вам нужно немножко подкачаться. Поэтому уперли локоток в коленочку. Уперли. Следующий трек, там в Рамштайн, по-моему, что-то такое было. И качаем правую бицуху. Раз, два, три, поменяли ручки. Раз, два, три, поцеловали левый бицепс. Без насосов, без насосов. Правый. Поиграли мышцой. Не птичками, мышцы. О, молодцы. Все, красотки. Аплодисменты, девочка. Браво. Слушайте, давайте, сейчас общая команда направо. Поворачиваемся направо. Будем маршировать по кругу. Маршировать будем по кругу. И будем петь песню строевую. Какую знаете? А Катюша, знаете? Да! Раз, Виталий, я был не игрушка, поплыли туман над рекой, выходила на берег. Катюша, на высокий, на берег крутой. Запомнили? Отлично. Итак, смотри, маршировать с какой ноги будем? Левой. Ух ты. Ты случайно, да? Ладно, давай. Итак, внимание. С левой ноги шагом. Марш. Песню запевай. Раз, Виталий, я в ноги. Громче. Поплыли туман над рекой. Громко включай, Катюшу. Последний трек. 41-й. Еще раз. Рома Краснавец. Друзья, браво, девочка. Девчонки. А хотите, чтобы я так над пацанами поиздевался? Да. Приведите по одному. По одному приведите.